Чувашии задержали рыбаков. Только вот ловили они вовсе не на водоеме и вовсе не рыбу. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД. 13 марта оперативники отдела КМВД по Чувашской республике получили информацию о том, что неизвестные совершают кражи из терминалов при помощи денежной купюры с прикрепленной к ней веревочкой. Нами были установлены места, где происходит как раз вот такое преступление, как мы называем рыбалка. То есть это лица используют купюры с соответствующими зацепами и посредством данного вида преступления пытаются совершить кражу денежных средств. Злоумышленники были задержаны тем же вечером. Ими оказались жители Москвы. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело. Один из них оказался ранее судимым по статье 161, часть 1, грабеж. Второй, по предварительным данным, не судим. Так называемых рыбаков чувашские полицейские задерживают не в первый раз. В январе были арестованы жители Тюмени, которых подозревают в кражах из терминалов Чувашии, Татарстана и Нижегородской области.